А вот нормальная сетка подъехала, ребят, сейчас добавлю ее. Где все точно видно. Так, Акверон. Иду к Акверону Battle Beep, дальше против Блачка они будут играть, вот, и возможно. Кстати, матч за третье место, это тоже матч за квоту получается. Здесь интересно, три квоты, короче. Так, чтобы рекламы не было, да, нужен премиум. Нужен премиум, короче, ждем, пока не хочу Блая пропускать, а Акверон не может найти своего оппонента. Вот. Добавлю его сейчас. Пойду на секундочку отлучусь и приду к вам.
Так, ребят, сейчас мама попросил чайник поставить. Спасибо, ей поставят. Короче. Секунду, чё? Так, ну что, ребят, нет оппонента, у Акверона 6 минут осталось до, как бы, тех поражения, вот. Дрога, кстати, здесь есть. Ну ладно, ждем. Я просто не хотел матч Блая пропустить. Поэтому и жду, в общем. Сетка. Давайте сетку пока посмотрим, что ли. Людей тут немного, поэтому, соответственно, я думаю, уж сегодня все быстро пройдет достаточно. Так, вот у нас Вайтан, Джорджикс, Кыр. У Блая, в Блая сетке фанк есть. Ну, Блая, по-моему, геймтайм это американец, по-моему. Короче, у Блая изич просто, мне кажется, до финала дохождение здесь, как бы. Вот, ну будет ли играть с финал, я без понятия, или здесь просто... А есть ли призовой, кстати? Не знаю, ребят, надо смотреть, надо у Варли спрашивать, узнаем. Мы по ходу пьесы, есть там какие-то призовые или нет вообще, вот, поэтому... Поэтому просто начало ждем, и скоро все начнется. Пока всех сюда зовите, короче, что тут говорить.
игру краски, он там играет вообще. У него тоже оппонентку, смысл туда идти. Я сейчас жду, пока 16 минут, 16 минут, сейчас 13, будет уже тех поражения, короче. Вот, но... Надо еще, чтобы Блай тут был. Так, секунду. Так. Ну все, совсем чуть-чуть осталось. А вот Battle B. Так, закрою я эту хреновину. Сейчас, подождите. В общем, сейчас Battle B Aquerun. И потом победитель против Блая. И за Блаем дальше прикрепляюсь. Пришел, блин, до тех поражений буквально за пару минут, как бы, и сейчас надо будет играть. Вот я не знаю, про Бо-3 здесь первая стадия или нет, вот вопрос хороший. Так, что-то отвечает, но пока нифига все равно не начинает. Здорово всем, ребят, сейчас все начнется, не волнуйтесь. Вот. Блин, единственное, кто в записи, извиняюсь, что так ранее, конечно, поставил, стоп-старт, но тут задержка стоит 90 секунд, и уже нет смысла стоп-старт новый делать, чтобы обрезать вот это ожидание, все, как, потому что у людей стрим-то в прямом эфире упадет на полторы минуты, я в этом смысла особого не вижу, как бы, вот, и... Придется 16 минут вам промотать, в общем.
Потому что прямой эфир, конечно же, в приоритете, но и о тех, кто записи смотрит, всегда помним мы. И даже пацаны плюсики ставят, чтобы они на Good Game появились, эти записи. Вот. Ну, а я выкладываю по возможности в YouTube, там куда-нибудь еще, куда угодно, короче говоря. Ну, понял, что они там делают, а вообще? Что там можно делать, столько, блин, времени, короче. Так. Говорит, пока ладер сыграет, ребят, я тут пару блинчиков с варенкой скушаю. И с шерстибратом поделюсь немножечко, да? Так-то стрим уже сегодня в час дня идет, поэтому сами понимаете вы, что долго, да, он уже достаточно идет. Сука, время-то уже 10 почти, тут скоро. Уже 8 часов идет, точно. Же кофе растворимый поганый, а нормальный кончился. Так, это мы за Аквероном смотрим, ребят, как вы понимаете. Battle B тоже тиран. Акверон, кстати, испанский тиран, я помню. И, ну, в Испании он такой один из неплохих тиранов. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Все, ребят, теперь я здесь. Давайте смотреть. Одной рукой буду кликать, другой попивать кофе. Хоть он и не очень, но тем не менее. Здесь у Акверона билды отличаются вообще-то игроков. У Акверона, соответственно, Депоха Газ Барак во второй газ факту в Старпорт с мейна. Здесь же Газ Барак у Рипера в ЦЦ-шку факторку. И потом во второй газ, даже в два Рипера потом добавил вообще. Вот.
Здорово всем. Еще, кстати, сейчас на Twitch добавлю стрим еще. Системы наведения включены. Давайте что-нибудь взорвем. ФСМ готов. Смерть на пороге. Системы работают нормально. Циклоп. Так, ну приехал здесь Акверон, ребят, прессуют. Что-то прочитал, сейчас подробности решил почитать, что-то в Питере там взорвалось что-то. Вот, интересно там что. Так, три рипера, циклон. Гранаты падают, циклон куда-то непонятно куда у Акверона заехал, и Батлби сопротивляется. Тут, в принципе, отбился он. И вообще у него все нормально. Здесь медиват прилетел с такими какими-то ножами. Нахрена ему ножи здесь? Он что, собрался кого-то развалить с этими ножами, что ли? Как же не повезло, викинг улетел в бок, а в это время пришла просто атака. Отменяется. Смотрите, молодец, Батлби, отменил пристроечку. Акверон пытается пробить, циклон одного пробил, сконтролил других юнитов. Мариков подрасконтролил, подрасконтроливает рабочих. Пытается циклона оппонента убить, но не тут-то было. Надо уходить, и викингам опасно перехватывать. Могут захватить его циклоны, получается. Спокойно викинга не достать. Хорош Батлби, молодец, смотри, что творит. Ой, Акверон, простите. На последнем хп законодать. Здесь два рипера в контратак прилетели. Здесь три Марика. Они медленные, но они по чуть-чуть нагоняют и принимают. Ну, здесь есть куда риперам уйти, поэтому они уйдут спокойно абсолютно. Вот такие вот дела. Прочь с дороги! ТСМ готов! Так, на Team Liquid надо стрим добавить. Разработка завершена. Командный центр улучшен. ТСМ готов! В общем-то идет контроль. Батлби еле-еле живой вообще здесь. В три барака вышел третий ЦЦ, он она пока только делается. Акверон подтягивает танчик, плюс Марики здесь, там тоже третий ЦЦ ставит при этом все. Так, и плюс две факты, то есть это мех будет. Ну, вообще-то тиранов и так немало. Вот скоро года будет. Кстати, вот этот турнир, групповая стадия, будет проходить 28-го, 29-го, завтра, послезавтра. Так что помните, что я его буду стримить стопу дня из игры. А это что значит? Что будет у нас много интересного и StarCraft, и Fallout я буду продолжать проходить. Буду стараться стримить, я максимально много времени. Пришел Акверон, ГГНчик пора писать, красному тиранчику. К сожалению. Я не знаю, будет ли это или бу один на первой самой стадии. Но здесь все ясно. В первой игре все ясно. Ну, Акверон так, не сказать, что прям гроза и невероятный скилл какой-то здесь. Но неплохо отыграл достаточно. Так, как же крошу здесь у Марика. Ай, куда ваншута повел, она погибла, блин, ну дает. Надо уходить, складывать танк, Акверон складывает и уходит, а здесь еще с тыла подтягиваются. Еще Марики с танчиком. Так, Армори
на реактор на старпорте, реактор на факте на одной и две слабые факты. То есть еще плюс две строятся. Одна может на вот эту лабу перелететь, будет три лабы. Здесь можно реактор запилить. Два реактора, три лабы. Это стандарт, в принципе, как бы в мех играя с трех баз примерно. Из пяти факторов плюс старпорт. Когда баз больше, конечно, продакшена больше делают игроки обычно. Спустился Пёрн, здесь Малик сваливает. Куда? Кто это сканил вообще? Я не понял. А, ну это сканил. Нифига себе, он прям по себе под носом сканит. Лучше бы Марик его вывел, и то дешевле, чем скан целый кидать туда. Вообще не вижу в этом смысла никакого абсолютно, если честно. От Блая отлетят, ну так... Если так судить, так можно-то вообще не играть. Пристройка завершена. А может и не отлетят. Ну, конечно, вероятность этого маленькая. Так, тут зашел Акверон, ребят, один танк у Батуды, и вон там, вот здесь ничего нет, понятно, что это ГГНчик. Ну, явно Акверон сильнее, не сказал бы, что на порядок прям сильнее, ну, хотя да, на порядок он сильнее, просто, не знаю, порядок это в 10 раз, плюс нолик, 10 все субъективно, как бы, насколько бронза слабее ГНЛ, то есть это... Но если каждую лигу порядком брать, ну как бы она же не будет порядком, как бы каждая лига идти, потому что алмаз не в 10 раз слабее мастер-лиги, например. Это же очевидно. Это будет рейд сейчас, очевидно, становится, потому что хост... Так, помните про YouTube, ребят? YouTube сделан для тех, кто просил канал. Ссылки в описании есть, очевидно, да, как бы сами понимаете. Все норм там. Так, домой-то я забыл позвонить, ну ладно. Ну что, Акверон 1-0, опять 2 газа будет играть, интересно, лица цеху в этот раз. Я бы на его месте 2 газа сыграл, да, чуть тянуть-то тут. Да, он так и делает. Здорово, всем дерзкий солдат, здорово, ребята. Зовите всех сюда, ему что-то все подумали, что я Fallout только буду стримить. А ведь говорил, и в анонсе написано, что сегодня 21:00 еще был стрим. Вот. Просто не привыкли с того, что я последнее время столько много не стримлю. Вот, не привыкли к этому. Вот так вот в итоге и получается. А еще после отборочных еще Fallout, давайте до 5 утра, блин.
чтобы вообще было норм. Хотя нет, не буду. Завтра тоже есть что постримить, на самом деле. Завтра и Corsair Cup, по-моему, перестримить можно днем. Дайте-ка я посмотрю. Корсар Кап вечером в Арди Викли в 17:27, как раз разница 15:00 в Арди Викли и Корсар Кап 20:00. Короче, 5 часов разница, как раз нормально все будет, и можно будет постримить все. Пристройка готова. Нипшул Тайм, Снуп Нерч. Ничего себе, кстати, полуфинала, финал. Интересная сетка, интересный турнир. Зададим им жару! Ладно, разберемся, короче, там 15. Ну, значит, я, наверное, пораньше начну, может быть, с Димой опять 2 на 2 покатаем и for fun вообще. СМ готов. Пристройка готова. Долго все как-то. Стройка завершена. Так, дерзкий солджер, подарок не получается подарить, короче, ребят, потому что пересмотрели условия этого конкурса, короче, новогоднего, ну что, типа, все просто в шапках сидят, ну, короче, пересмотрели все на ходу, как бы, и теперь, ну, то есть, надо там не игровой контент и т.д. Конечно, я этой херней заниматься не буду, мне это не надо абсолютно. Я и сразу вам первый день говорил, я не хочу туда ставить галочку, потому что, ну, вкладка отдельная какая-то, потом, ну, ладно, вы просите. Вот, в общем-то, я, ну, там будут отдельные стримы, короче, ну, и со всяким бредом, как бы, вот, поэтому, ну, я там не буду участвовать. Подарков не будет, я не знаю. Не знаю. Ну, так вот решили. Я бы запилил бы просто, допустим, чтобы конкурс, чтобы просто кому подарков больше, тому какие-нибудь бонусы и все. Вот, ну такого нет, соответственно. Так, танчика тут Верона приходит. Здесь викинга подрезает, две банши, плюс танк, плюс марики. Танк не достает, да цехи подближе-то пододвинь, ё-моё, куда же его поставил? Вот сюда два танчика разложить, там танк-то вообще сзади стоит, видите? Всё, цеха сейчас будет атакована точно. Есть Рэйвен, но он может выключить одного юнита, допустим, танк, но надо в атаку, значит, идти. Вот. Так что подарки от вас это... Ваше внимание, просмотр стримов, отличный отлоки, поддержка, премиум, как обычно, короче. От меня подарок побольше стримов перед Новым годом и интересного Старкрафта, Fallout по гейминг. Вот, ну, Fallout уже старенькая игра, как бы многие уж знают, поэтому зрителей не супер много. Ну, если что-нибудь новое сверхинтересное выйдет, хоть Fallout, может, постримим в будущем. Да, вот, заблокировал Рэйвен сейчас все это дело. Ну, банши разбирает, мариков банши разбирает. Баншами танки не фокусит, а зря Акверон. На самом деле не фокусит, ГГНчик. Вы все поняли? Блай против Акверона. Акверон против Блай сейчас будет.
Так. Так, с Блай, короче, начинают уже. Так, здесь все, короче. Блай будет сейчас, она скорялись. Все, поехали, Блай, Акверон. Посмотрите сетку в описании канала, ребят. Я пишу, короче говоря, тут могу для вас новости сообщить, короче. Вот, по ГГ году, то есть была машина с братком, браток был недоволен Блаем, там обосрал всех организаторов, там, в общем, немножечко своим стримом, но вроде как Яндекс с ним поговорил, и он готов извинения принести, мы же в свою же очередь, наверное, перед ГГ года созвонимся, там, Зик, Юра, Мэджик, Яндекс, там, обсудим этот вопрос, как бы, по организационным моментам, просто если все так произойдет, как бы, вот. Это будет 30-го. И, короче, одна замена у нас будет. Люцифер будет поменен на Неразима, к сожалению, потому что для Люцифера, ну, Неразима может, есть шанс всех уничтожить будет, конечно же. Вот. В общем, почему такая хрень, потому что у Люцифера то ли экзамен, то ли зачет, он только в 17.00 успевает дому пригнать, что, естественно, конечно, никого не устраивает. Вот, я по этому поводу отписывал, сейчас Юра просил кого писать, что у него будет не Люцифер, оппонент, а Неразим, но он уже знает, что Неразим ему отписал. Вот такие вот дела. Ну а пока Блай против Акверона, поехали вообще. Дайте-ка я даже переименую. Что это была? Акверон. Королева успешно создана. Все, погнали, все везде переименовал, на твичах, ютубах, гудгейме и СК2ТВ. Ну что, Блай сныкал 4 линга, в общем-то Блай играл пул первый, это видим по королеве, потому что одна уже есть, а две строятся. Соответственно, здесь играл газбарак, рипер в ЦЦ-шечку фактурку, во второй газ Акверон. Вот, ну и пока что нормально развивается Акверон, конечно, по лимиту 35-23, потому что у Блая такой билд был, соответственно. У него тут буст из-за ранних инъекций, но
Если была в 17-й хату, то две инъекции подоспели в определенное время, как бы, и тоже был бы буст экономики неплохой. Light 3 собирает ставить, скоро сделается, 27-23. Но все равно, конечно, не настолько, насколько Акверон, наверное, сильнее Battle B, но была сильнее Акверона, это очевидный момент, да? Light тренится и достойно в последнее время отыгрывает. Ну, в СНГ... Я думаю, что буду прав, если скажу, что близко к Блаю пока прям вот, в смысле близко. Вот реально, как у него уровня, такого ни у кого нет на данный момент. К сожалению, хотел бы, чтобы еще такие игроки были. Может, кто-то, конечно, Аладри его и катает из наших, но вот в плане результатов, ну, некому похвастаться такими. Вот. Так, чем недоволен был Браток? Ну, Браток утверждает, что должны быть одинаковые правила все время. В прошлом году мы, в общем-то, сделали независимо от результатов квалификации, то есть мы выбрали тех, кто сильнее, по нашему мнению, там, по рейтингу, по ладеру и т.д. и т.д. И посеяли, как бы, некоторых, как бы, ну, вот он, по-моему, во второй корзине оказался, ему кто-то там сильный достался. Вот, а в этом году тип очень специального на Влая поставили, хотя в этом году просто новые патчи мы поменяли, как бы, в плане этого посев. Я на стриме говорил, то есть мы сделали по местам квалификации, что первое место в квалификации попадает на третье-четвертое место в квалификации. Вот так вот, собственно говоря. Вот. И второе. Вот. Ну, все очень просто было, как бы. Братку попался Блай, но он там как заговор, как бы, против него был. Ну, никто, конечно же, не хотел там специально ничего сделать. Плюс, если посмотреть состав, ну, я не знаю, какая алпаш там форма сейчас, но, по-моему, там много кто... Фаворитом бы с ним в паре был, там, то есть и Буржуи, там все, например, там и Соул, и Рейнер, там и Гуру, и Кр, наверное, тоже не слабее явно будет, вот. Ну, и как бы я там не следил за этим, видел, что только в скайпе писали, что браток там стримилка создал, что СНГ StarCraft мертв, что Орги говно, как бы, Орги Г. Ну, то есть припекло у него что-то, я не знаю там чего, как бы, ну... В общем, вот так вот. Я не знаю даже, на какую там пару-то его ставить бы, чтобы там он, например, был абсолютным фаворитом. Да, ну и это все было зарандомлено, естественно. Вот, также мог бы жаловаться кто угодно. В общем, вроде вопрос-то разрешился более-менее, не знаю. Короче, забить, все нормально, пока только одна замена, это из-за того, что там экзамены эти у Люцифера, в общем-то, будут. Так, нифига себе, Хелбатпуш такой мощный, а так Верона, ну как же убого, он идет через куб позицию. Медивак был сбит с двумя Хелбатами. Прикиньте, они еще зашли сюда, они еще что-то даже пожгли. Понятно, здесь роучи их останавливают, но если бы это в чистом поле было, еще и медивак на короле бы дропнул два хелбата. Я думаю, что Блай так просто-то и не отбился бы. Здесь сливаются гелики, собаки в контрзабегании неплохо забежали тут. Одна собака под шумок, пока другие с геликами бьются, рабочих минусуют. Да и гелик упадет здесь точно. Третий цеха не заморфлен, роучи уже на скорости вперед идут. Это 1-0 Блай, похоже. Здорово, 29-14, вот такие вот дела. Так, кстати, я хотел давно спросить, а вот этот умный негр, это чей вообще смайлик? Кто-то тоже как этот негр умный, что добавил его туда. Вот. Ну и всем привет, еще раз вторую карту ждем, мы была Акверон. Так, Багзик, с твоими запятыми я, честно говоря, не понимаю, что ты имеешь в виду.
Так, ржешь с этого смайлика. Ну, кто-то момент словил. Так смайлики и делаются. Спасибо, Говард, спасибо всем. Так, прокси-барак, и не один, а два, и, возможно, три даже прокси-барака здесь будет. Газ на мэйне уже есть, то есть это газ-барак в прокси. И так как рабочих крайне мало, похоже, это в стиле Ютермаса, просто рипер из трех бараков. Это Кверона, очень похоже на то, что третий будет добавлен вот этим КСМ, который первый барак достроит. Может, конечно, это фактор. Кстати, не рано ли газ он добавил? Газа с перебором, по-моему, накачает. Паранойя. Кстати, здорово всем, кто нам подошел. Многие, походу, не подумали, что... Или ушли уже спать, потому что вечером отборочно я буду ведь стримить. Хотя тут не супер такой прям турнир. Ну, Бла играет, можно посмотреть. Можно посмотреть. Ну что, да, третий барак здесь, ребят. Первый рипер летит, Блай собачками побежал. Где стенка-то есть? Вот. О, да где стенки? Ё-мо. А как вообще? А как вообще без стенки? Вообще, ну, сейчас забегут четыре собаки, они... Не, ну все рабочие, конечно, их убьют, но не без потерь, очевидно. Это надо быть монстром просто каким-то контроля, чтобы здесь и риперами контролировать, и там собаками. Здесь начинается агрессия, Блай встал, Блай не бежит никуда, потому что он с риперов тут гоняет пока. Роуч Уорн заказал. О, забегать, стенки нет. Такой привет, говорит Блай. А что тут такое у вас творится, ребята? Собачки ворвались. Да пух может погрызть эту. Пусть рабочие выезжают сюда. Даже если собак контролишь, чтобы они просто катали рабочих по чуть-чуть. И то нормально. Блай здесь собачек не вконтраливает. Надо просто, да, стараться собак посылать через оклик. Опа, риперы пытаются ступить. Королеву их тут почти зажали. А что, 2-3 рипера потеряно, это провал туша, собаки здесь вступают в бой, КСМ-ка одна минус, остальные катаются, Блай понимает еще, что здесь криво дерутся, здесь немного рабочих зашло, ГГ пишет, как Верон. Ну, уровень разной игры, очевидно. Так, а есть у Блая там оппонент-то, давайте глянем далее. Так, геймтайм 301 против Фанка. Не знаю, где этот геймтайм, пока его нет. Геймтайм это, по-моему, с американского сервера Пафсан, как бы зерк ГМЛ-ный, но Фанк это, по-моему, швейцарский флаг у него, он протосом был раньше, по крайней мере. Блядь, Руставели. Ну, тысячу, не тысячу. Да нет, со зрителями все норм, просто Fallout стримил и не успели все потянуться назад, в общем-то.
А, негр с твоего према? Ну, значит, ты сам себе можешь поставить. Это правильно, таких негров надо добавлять. Вот. Здорово всем еще раз. Ну, так зрители, не, по 3К зрителей, да, когда-то было, но уже и StarCraft, как бы, ну, столько не смотрит. Плюс во многие турниры в игру не попасть, там, рестримишь. Ну, как бы, ну, 1000 зрителей еще бывает иногда, да, как бы. Вот, ну, редко, конечно, крупных. Посмотрим, сколько на года будет, наверное. 1000-то не будет, что много кто будет из наших стримить, но будет нормально людей. Плюс разные матчи, как бы, будет, понятно, зрителей и там, и там. Так, Варди хочет Блаю геймтайму, а геймтайма-то пока нет нифига. Рекламу пиляю, почти час не пилил. Помните про отблоки. Поддерживайте по возможности мой канал на премиум и подписывайтесь. Вот. Надо будет мне посмотреть, что там по смайликам. Может, что-то часть заменить каких-нибудь смайликов. Потому что много здесь не особо используемых в премиумах у меня этих. Так, да, видел, что винегрет прошел отборочную на ГСЛ. Это удивительно на самом деле. Ну, регрет вообще что-то уже второй раз прошел вообще, как ну, в прошлый раз он прошел и играл абсолютно мертво, как бы. Ну как, не ну, уровень был, но я даже не понял, как он там такие игроки не проходят, а новый регрет проходит вообще. Каким образом это получается? Я хз, короче. А вот геймтайм пришел отлично. Сейчас Блай геймтайм будет за ВЗ. Если Блай выиграет геймтайм, он в финале, он получает квоту. L2914 поддержал ваш канал на 210 рублей и сообщает: с наступающим, братюня. Так, ну все, если Блай отыграет, значит тут все, походу, он прошел. Спасибо, 2914 за 210 ренчиков. Спасибо всем за поддержку еще раз. В общем, финал играться не будет, значит, что быстро мы освободимся здесь по ходу дела. Вот, спасибо еще раз тебе за поддержончес. Вас тоже всех с наступающим.
Так, в другой части сетки у нас что? Кыр против Эрик. Эрик. Эрик такой есть бразильский игрок, не знаю, он это или нет. И Птидрога Вайтант. Вайтант это... Кстати, я не помню, это не СНГ ли игрок, по-моему, какой-то был такой игрок. Ну нет, Вайт был украинец, нет, наверное, нет, Вайтант это не он. Вот. Ну, Птидрога Кыр, возможно, будет полуфинал ПВП, не знаю. Проигравшие еще матчи за третье место будут биться и за квоту. То есть матч за третье, он будет последним, получается. Навряд ли Black Game Time проиграет из американцу, который на Европе играет. Ну, всякое может быть, всякое может быть. Поехали. Так, так я домой. Сколько время-то у нас? А, ну 10 еще время, не слишком позднее. Еще успею позвонить. Так, сегодня у нас среда, завтра четверг получается, да? Да, так и есть. Пятница это 29-е будет. В общем, 28-29 будет плей-офф данного турнира. Не плей-офф, а ну, турнир этот будет основной проходить в Орде. Вот этот Weekly Invitational будем стримить. То есть будет 3 дня подряд что-то из игры можно постримить. Это хорошо. И в Орде вот Invitational, и ГГ года. Ну что, будем стримить. Будем стримить, будем комментировать. Так, все, ребят, что-то я отвлекся на секунду, а здесь Блайт уже на 2 минуты игра идет, а за 2 минуты может решиться вообще все. И, между прочим, от геймтайма Беллингбаст с мейна идет очевидный. Пытается Блайт две собаки завести к геймтайму, соответственно, на мейн, но геймтайм не дает ему завести ничего сюда. А у Блайт золото, между прочим, заказано. И дронов туда много поехало, но нужно обязательно... Почему, кстати, Блай вторую королеву не строит, я без понятия. Вообще здесь нужно Блай, очень сильно нужен крип, короче говоря, здесь, криптумор. Нужно плетку сюда ставить, нужна вторая королева, Блай вот только сейчас плетку строит. А чем рампу-то заблокировать? Нечем ведь заблокировать. До скорости 5 секунд, тяжелые времена Блай ждут. Тут он заходит, увидел здесь собаки, ну увидел, а дальше что? Собаки падают, 2 штуки. Здесь тоже линги надо на ксилнагу их поставить. Вот сюда было, они бы хотя бы с равным количеством лингов оппонента дрались. Королеву Блай делает на золоте. Ой, как далеко. Собачки прибегают, здесь ни плетки, ни хрена нет. Короче, геймтайм минусует плетку, ребят. Слушайте, а это минус Блай, похоже. Я не думаю, что здесь какие-то шансы вообще есть отбиться. 6 бейнов тут идут вперед. Собак пачка нереально. Золото Блая никак не спасет, потому что оно даже не окупилось еще. Так, взрывается плюс. Геймтайм не стал париться, даже всех дронов сейчас взорвал. Может Блай... Ну, кстати, в таких ситуациях может даже на золото было переселяться, потому что оно сильнее мейна. Но технологий-то нет никаких. И что тут? Тут пул будет уничтожен. Хат. Кстати, королева есть. Еще сдаваться рано, я бы сказал. Так, Блай заходит. Одного бейлинга минуснет. На морфе прямо. Нет, успел доделаться. Как он успел доделаться-то, ё-моё?
Ну, бывают милики такие, что называются. У кого-то не успел, у кого-то успел. Так, взрывается королева рабочую. Беллин, кстати, взрывается королева, падает рабочие. Все демедженные были. Заходит, где Блэк пишет? 1-0 геймтайм. Вот вам и Блэк геймтайм. Так, надо переименовать, что Блэк геймтайм. У нас игра идет, между прочим. И ждем хост. Ну, Блэк может, конечно, закомбачить две карты подряд сейчас взять. Но он не ожидал такой агрессии просто. На, видимо, не своем сервере для геймтайма, или почему так он играл, я хз. Так и надо-то всего лишь было понять, что вот там агрессивно. Геймтайм грамотно лингов, конечно, на мэн не пускал. И в итоге Блай понял только в последний момент, плетки не было. Вот если бы хотя бы две королевы было вообще. Так, Блай на хосте, прыгает. Может, не знаю, ребят, если сейчас не сильно устану, может, еще Fallout побегаю тогда после вот этих отборочных. Но если Блай сейчас отлетит, так он еще матча за третье будет играть тогда за квоту, получается. Вот. Кыр против Птидрога, да, как и предполагал я в другой паре, в арте... Все, да, и они будут ждать, короче, стримеров, то есть Птидрога против Кыра мы тоже увидим, в общем-то, и значит, ну, короче, еще продлится некоторое время стрим по старику именно. Прошу прощения. Там какой-то новый хост, похоже, у нас сделался. Пока я тут лишние вкладки закрываю. Какой сталкер самый крутой? Fallout New Vegas лучше играй. Хотя сталка тоже, говорит, прикольная игра. Я видел, там чел играл, она подобная Fallout. Там ходишь, что-то трещишь. Но говорят, что... Там физика стрельбы практически отсутствует, потому что старая игра очень. Вот. А, погодите, я написал квали номер 2. Квалификация одна будет вообще. А, 10 игроков. Короче, 7 заинваченных игроков. Это... Еще не все указаны пока заинвайчены. Мана, Ютермал и Лейзер Рейнер. Вот так вот. 4. Еще 3 заинвайтятся потом, видимо, в арде. И 3 пройдет, короче говоря. То есть... Ну, главное проходить, почему бы и нет. 300 бакинских призовой. До 3-4 тут на изичных можно доскочить. Ну, это 25 только баксов. Ну, надо биться, что как бы есть возможность. Проиграл. Ничего страшного, турниров таких много. Получил какой-то опыт. Выиграл, там, хоть полуфинал и прошел, 25 баксов. Там тебе капнул. Плюсом бабосики, не минусом, соответственно. Поэтому... Поэтому Лай молодец, что все это дело играет. Не знаю, почему наши вообще игроки, ну, кто,
кто вообще играет, почему они не играют такие квалификации. В чем тут проблема? Взять и сыграть. Фу. Так, 17 хатага с пулу Блая. Геймтайм 1-0 ведется, было я проставить счет. У геймтайма пул первый, но в этот раз не самый ранний, без Беллингбаста. Пул первый в хатку. Не знаю, на каком рабочем устроиться, не заметил я. Точнее, даже здесь. Ну и, кстати, смотрите-ка, геймтайм-то тут все не успокоится. Все не успокоится, то есть хоть и билд другой, но это все равно фактически улыновый врыв. Вот собаки у нас вперед побежали, заметил их Блай? Похоже, что должен был заметить он собак. Блай видит, что только достроилась хата, 6 лингов выходит. Вот сейчас Блай должен что-то был понять. Вот. А что Блай понял? Блай, по-моему, ни хрена не понял, потому что он плетку отменяет. Сейчас отлететь опять можно. Плетки нет, Беллинг Неста тайминг провальный. Вот сейчас из этих Беллингов геймтайм сделает, из этих лингов сделает 4 Беллинга как минимум, потому что газ. Сейчас на 5 уже будет газ Бейнов. И просто можно будет ворваться спокойно абсолютно с лингами с этими на муви и минуснуть оппонента своего вообще. Геймтайм тут королеву. Смотрите, геймтайм не такой уж и мертвец. Кстати, я забыл вам сказать одну новость. Вердос поедет на турнир, где вот как раз геймтайм будет играть. На американский турнир. Вот. Забыл я, как он называется, если честно. Там мне дадут стримить из игры его игры даже. Понятно, что не очень удобное время будет. Вот, проходить. Там 7500 призовой бакинских. Ну, как Вердос сказал, что до США быстрее, ну, то есть дешевле ехать, как бы, чем до, например, Испании или Германии на туре. Ребят, это что, минус Блай, похоже? Я даже не знаю, как ему здесь отбиться-то. Ох, рабочие падают, Беллинги еще делаются у геймтайма. Блай придется в матче за третье место биться, кстати. А там оппоненты, я вам скажу, Кыр и Птидрога. Хотя, наверное, там Птидрога с Кыром фаворит, и... Не рано ли Блая храню, скажет силы. Ну, как тут в 3 раза больше боевого лимита у геймтайма. Я думаю, что Блая тяжело отбиться будет. Королева дохлая, рабочие стоят. 3 штуки на мейне не добывают, нифига. Чё геймтайм королеву-то не фокусит, не поймаю. Слушайте, ну Блай бьется пока, Блай бьется. Может, какой-то удачный взрыв Беллинга подрешает, но пока что только у геймтайма, по-моему, Беллинга удачно взрывается. Королева все еще живая, что удивительно, инъекции была не делает, больше королев нет, 3 дрона как стояли, так и стоят, то есть, да нет, что-то как-то да. Вот вам и геймтайм, вот вам и, вот вам и эта хрень. Так, 26.43 по, вы видите, лимиту. 30-19 рабочих в пользу геймтайма. Он продолжает пушить. Блая 0 королев и 3 дрона так эти и стоят. Блая вообще не видит. Неужели кнопки этой нет, которая рабочие не заняты? Я на тильдочку перебиндил. Просто когда, не понимаешь, есть такие рабочие, нет, тильду жмешь и их направляешь. Кажется, здесь, может, времени у Блая? Нет, я не знаю. Тут третья хата.
В общем-то, я думаю, что я GML игрок, GameTime GML, стопудовый игрок, может быть, он даже там какой-нибудь топ GML на американском сервере. Я тут, честно говоря, этого не знаю, может, кто-нибудь подскажет, кто следит. Не упустят вот такую игру уже, точно. Дроны стоят все еще блая. Королева только одна заказана, так и дронов не обнаружил. А королева одна заказана, здесь третья хата, рабочих больше, всего больше. Я не знаю, тут только чудо может спасти Блая. Какие-нибудь, если бы он в роучи выходил, у него было бы плюс один, там он плюс два бы делал, что там грейды были бы сильнее, допустим, там он можно было бы чем-то поконтролить, тогда да. А у Блая даже и роуч ворона нет, а тут и лейер, и роуч ворон, и третий, и рабов больше всего больше. По рабочему Блая почти нагнал, но это ничего, ну как ничего не дает, это что-то дает, но немного. Не, ну Блая ни в коем случае нельзя на этих квалификациях отлетать, потому что за кого мы будем болеть в основном турнире? Черт побери. Когда турнир это в США будет? Ща я посмотрю, где мне Вердос писал. Войска Роя атакованы. Чизадельфия, как-то она называется, Тони. Что-то я просил Вердоса скайп скинуть начальника там этого турнира. Но он нифига не скинул пока что. Слушайте, геймтайм еще тут была и разводит при этом всем. 54.71. У геймтайма Гидроден уже пошел. Все, он уже под мутку подстраивается. Я даже не знаю, под что он здесь подстраивается. Для какого билда. Не знаю, кто что использует. Я просто армию выбрать с F2 на F1 переметил рабочих на тильду. Вот чем мое управление в Старкрафте отличалось как бы от стандартного всегда. Ну, плюс Rapid Fire там вообще. Ну, 6200 на Америке для меня это ни о чем не говорит. Ну, 6200, кроме того, 6200 на Америке все-таки это послабее, чем 6200 на Европе, я так понимаю. Вот. 105-57 по лимиту. Блай делывает лейер. Блайкс плюс один даже раньше. То есть по боевому здесь несопоставимая цифра абсолютно. Не в пользу Блая. Плюс один готов. Ну, понимаете, тут есть возможность плюс два сразу, как здесь экономика сильнее. А у Блая... Три гаста бывает, там 4. Извиняюсь. Здоров всем, кто недавно пришел. Ну, роучи вперед идут, скорость готова, реведжера. Блая, три пушки. Не знаю, может шпиль бы. Так и стоят три этих дронов. На Блая ревку посмотрят, подумают. Не знаю, что он подумает. Я бы, если бы так делал, подумал, вот ну ба, стоят. Просто не вижу, что дроны мои стоят. Минус овер, саплай блок, наламывается геймтайм. Это печаль полная, надо. Лучше бы фаербол, мне кажется, на пушку кинул бы геймтайм. Он и так, он бы даже, не кидая вообще ни одного фаербола, так и так бы прибыл бы здесь, да, это очевидно. Пушки не спасают, ДГ. Лайк, как обычно, не сдается, что у него разница. Не знаю, что хочет. ДГ пишет, лайк. Ну, зато Блай в матче за третье место, посмотрим. Единственный плюс я в этом вижу. Не, конечно, небольшой, но плюс. Сейчас найду этот турик, а туда Вердос собирался ехать. Так, StarCraft 2, турнамент, Major Events, или как там, Чизадельфия. А, Филадельфия, да, Чизадельфия 6, январь 20-21. Вот так вот. Ну, там как бы нету сверхкрутых американских, там нибов никаких. То есть можно побиться за... Нормально, короче, можно побиться.
Вот, короче, турик, о чем я говорил. Кидаю на все эти. Так, Грогу захостил. Так, а что, варди задержки, что ли, не понял, или что? Да не, есть у него тоже вроде задержка. У меня 90 секунд стандартная, которую варди просит. Задержка, собственно, и выставлена. Ребят, сейчас рекламу пельну. Помните про AdBlockets, помните про премы, поддерживайте по возможности. Всех с наступающим. В общем, ждем продолжения мы данного турнира. Так, что-то не видно Кыра. А чё его не видно-то? Может, заинвайтить его сюда надо? Чтоб он зашел, например. Пока не идет что-то, Кыр, не знаю.
Так, что-то круж. А, вот он перезашел просто походу. Так, зам на премиум подписывался. Что-то почему-то это не озвучено было. Странно даже. Ну что, Птидрога против Кыр и победи, проигравший против Блая в матче за третье место. Как бы у Блая будет шанс попасть в основной турнир еще второй. Геймтайм он как-то отдался сейчас печально вообще. Так, пока пауза, домой-то я позвоню быстренько, раз у меня надолго так. Так, все, домой позвонил, блин, Маша. Болеет. Кашель там, все дела. Как в деревне дураков. Ой, блин. Ну что, ждем продолжения, в общем. Это не совсем Деда Морозовская шапка, это, хотя написано Деда Мороза. Было в магазине, по-моему, это обманка. По цвету синяя, согласен, но какая-то она как колпак просто непонятный, короче, с помпоном. Птидрога. Сам на этой аватарке. Нарцисс просто такой. Нарцисс, блин. Еще в берете его нарисовали бы, в его, котором он там на том... На том близко не играл. Ну что, Птидрога Кыр, ПВП, поехали. Проигравший против Блая матча за третье место будет биться, соответственно. Так, надо будет сортировать потом мне. Fallout залить, вторую часть залить. Вот это все дело. ГФХФ, Птидрог завтра во сколько? В 15.00 надо начинать будет. Можно пораньше маленько будет, наверное, начать. Ну, посмотрим. Может, я получу еще сейчас побегаю после того, как постримлю этот турик немножечко. Не знаю, сколько он кончится. Если до 12 часов, до 2 ночи можно будет побегать, наверное. И все равно что-то сейчас режим такой, что рано не заснуть. Так, ну что. Пилон гейт. Два газа там и там, все в рампе, в стенке, Кыр против. Так, погодите, что это такое? Почему 17 пробок здесь? А, здесь есть 17 пробок. Второй гейт. Второй газ, пробочка пошла. Сейчас, кстати, будет понятно, например, какая форма у Кыр, потому что он на ГГО даже участвует у нас. И
посмотрим. Но он в гуру, правда, попался с еще одним европейским игроком, польским, если быть точно. Ну, дальше получается по сетке против гуру на Блай браток пара выходит победителя. То есть, если Блай пройдет братка, то ему будет непросто очень, естественно. Дальше, если браток пройдет, то тем более непросто, потому что надо и Блая пройти, и вот эти пацаны тоже не слабо играют. Точнее, один здесь Кыр. Плюс Гуру, на самом деле, тоже достаточно неплохой игрок. Блай иногда ему проигрывал. О чем говорить, если геймтайму можно отлететь, как бы, то и Гуру можно отлететь, соответственно. Так, сталкеры делаются. А Дрога пришел на разведку, ушел сейчас. Кстати, здесь сталкер-адепт у нас получается. Сталкер с Сентриа, простите, а там два сталкера. Так, что Дрога хочет сделать? А что это такое вообще зачем? Чтоб пробкой не вывести, было не хз заказать, что ли? Я хз зачем здесь ставил этот пилон, в общем-то, у нас Дрога. Либо чтоб сталкеров отвлечь, но в итоге идеально тайминг заказа Некса. То есть как 400 накопилось, так он и был заказан. Вот здесь Дрога первым начал пилить, он победит. Надо уйти нафиг, ну Кыр пилит. Почему? Потому что сталкеры рядом, Дрога понимает, что нужно пробку прокакать просто и уезжает. Два сталкера здесь, два сталкера там. Я не знаю, кто Блай лучше в качестве оппонента. Матч за третье место. Но если Блай не пройдет, кажется, с двух попыток в топ-3 это будет провал. Потому что этот турнир завтра-послезавтра будет. И хотелось бы его посмотреть с участием Блая, например. Так что давай, Блай, проходи. Вот, мы за тебя болеем. Не знаю, Блай смотрит или нет. Просто сейчас стримец. Или там ладер он какой-нибудь катает. Хотя Блай хотел в игру зайти, наверное, хотел просто подождать, посмотреть, PvP, но что-то его кикнул. Дрога, наверное, Блай не очень любит. Дрога вообще странный чел. Все помните историю с Кум, когда у Дрога бомбануло, он ему руку не пожал. Вот. Фаржа, Кыр, роба готова, у Дрога тоже роба, фаржи нет, я так понимаю. Иллюзия зато у Дрога разведывательная есть, фаржа тоже заказана, более поздняя. Так, Кырова иллюзия Оракула полетел, рабочих больше. Слушайте, Кыр пока как тут на этой стадии лучше, чем Дрога все делает. Это видно, ну, по параметрам, собственно говоря, рабочих больше. Грейды раньше, Роба раньше, Иммортал строится тут нет. А Дрога какой-то выход делает. Сталкеры плюс Адепта. Ну, вот пробка стоит. Надо ее, во-первых, вот сюда ставить, ближе к своей базе. Вот здесь, вот максимально, на максимальный рейндж, где Ктилнагу можешь включить. Как сталкеров видишь, сразу чик домой, и все, и пошел. Зачем пробку просирать-то, ё-моё? Так, иллюзия Оракула прилетает. Скыр спалит, что Нексус у Дрога заказан. Все, иллюзия выполнила свои функции, очевидно, да? Иммортал первый готов. Но дело в том, что адепты могут зайти. Сейчас экономика Кыра может пострадать здесь, и не слабо. Адепты прям на мейн от Дрога. Они ваншотят, пробок будут. То есть батарейка здесь может и не помочь. Она даже стопудово не поможет. Дрога. Ах, смотри, вот только, смотрите, только не в тайминг АДЭ бьет тут. Убить его нафиг. 4 пробки минус. Только не в тайминг пробка. Ну, АДЭ бьет, прошу прощения, какая пробка. Сразу же батарейка начинает вылечивать, и пробка не погибает. Ну вот еще 4 потерял, 8, а здесь 3 Некс. На выход делать, на выход делать. Я не вижу других вариантов здесь вообще. Вот это как-то терпильный стиль какой-то у Кыр. Пришли, ему просто 2 адепта нелепых убили пробок. Он как бы 3 Некс устроит дальше. Дрога чарж, Дрог, конечно, обгонять сейчас начинает уже. Ну, Блай Кыр, кстати, интересно будет тем, что, ну, вероятно, что и на ГГ года такая пара дальше будет, если они попадутся, посмотрим. Почему бы и нет. Блай Дрога интересно тем, как, насколько сейчас Блай. Мне кажется, Блай может даже посильнее Дрога сейчас будет. Хотя я не знаю Дрога форму, ну, все вы помните то выступление Блая, когда он в финал попал из Дрога, бился на каком-то из Дримхаков или Емов, я уж не помню, это уже было давно, в 2016 году, в начале, в самом.
Наверное, самое лучшее выступление на ланах наших игроков за последние 2 года это было от Блая. Что-то другого я не припомню подобного за последнее время. Ну, будем надеяться, еще впереди какие-то результаты победы. Так, 58, 59 пробок на 52 в пользу друга. Кра на 10 боевого лимита больше. И причем, смотрите, у него до сих пор сохраняется лидерство. По плюс 2 он тоже чуть впереди. Ну, нормальная ситуация. Здесь аж 4-й Некс уже пошел. Офигеть, просто что-то друга оборзел, по-моему, немножко. Ой, ему Нексус-то 4. Зачем в ПВП такие ранние Нексуса? Понятно, что Кыр пассивен, но, допустим, куда-нибудь сюда, там 2 адепта залетело. Сюда тоже какие-нибудь юниты пришли, можно экономику столько потерять, а тем более 4-я будет. А если дарки, так вообще пиши пропало. Вообще смысл в этой 4-й базе? Тут и рабочих-то нет, разве что бусты как бы будут. Ну, не знаю. Мне кажется, друга наглеет. Крессеп сейчас просто нормально грейд бы сделал, допустим. Гейты плюс призма мог выйти и убить вообще. Здесь два, ну, стандартный развод. Два имморта призма на мейна. Здесь ничего не прикрыто абсолютно. Сюда тоже выход. Конечно, Кыр здесь в хлам убьет от всех юнитов. У него намного здесь больше армии. 4 имморта вообще здесь. Но на мейне... похоже на 1-0 друга. Я не знаю, как здесь. Он всеми ушел. Сейчас тут на третьей базе проблемы будут. Белки плюс архоны прыгают. 2 архона Кыр сейчас будут уничтожены. Рабочие падают, все падает. Ой, какая печаль вообще. На мейн пришел только с центря иммортал. Конечно, будет уничтожено. Друга еще иммортал, но морфа бьет. Кыр вернул армию. Короче говоря, 1-0 это класс. Просто элементарно на 2 направления атака идет. И армии нет. Но дело не в том, что Кыр такой мертвый здесь просто. И он, ну вот... Его друга так на легко развел. Дело в том, что не было обсервера рядом с мейном. Это в первую очередь разведка как бы помешала. Так, прыгаю в игру. Так, вторая карта, ребят, друга Кыр, друга 1-0. Повел, погнали. Thank you.
Так, здорово всем еще раз. Вторая карта Кырдрога. Пересеклись разведкой там на центре, я смотрю. Рекламу не буду пилить, помните про двойки, в любом случае про поддержу. Спасибо всем, кто так делает. Сегодня поздний такой стрим достаточно перед сном. Может сейчас еще под эти глаза уже подустали у меня на самом деле тоже. Ну я сейчас прогуляюсь, как кончится этот турик. И возможно стриману немножечко Fallout'а, там побегаю еще, есть там где побегать, что. Тем более я сейф вскрыл, счастливчика достал, пекаль просто. Вот, это хорошо. Так, короче, ребят. Вторая карта, что-то я призадумался уже про ГГ года, там в голове начал гонять, что там как будет. Оракул Псидрога, два гейта в рампе в Старгейт, через двух адептов Дрога начинал, одного... Погодите. Я чуть не понял. Дрога умудрился Кыру убить адепта одного... Пока. О, ребята, у Дрога пацантре ГГ пришло здесь. Это ГГ, Дрога, я уверен просто в этом. Кыр не знает, что ли фокусить, что нужно ему. Что он творит-то вообще? Все, энергия кончилась. Задемоджил, еще две пробки мог забрать, но не забрал, потому что тупо энергия кончилась. Здесь 4 адепта на меню, Кыр. Они пока что напрягают, и не слабо пробок. Но 21, 6 пробок разница сейчас. Плюс Оракул прилетает. Оракул это совсем уже печаль какая-то. Адепты ушли, в итоге Оракул нифига не убьет. Что за бред вообще делает Дрога? Нафиг он улетел-то отсюда. Ну 18-15, у Кур больше рабочих осталось. Но у Дрога уже есть Нексус, он восстановит рабочих быстрее, чем его оппонент. Это очевидно становится сейчас. Так, будет сталкерами под пушку какой-нибудь? Нет, под пуша никого не будет. Дрога, кстати, не заказал в итоге этого Феникса. И Оракул-то сейчас опять может ворваться. Но здесь батарейка. Батарейка не даст на халяву рабочих убивать. Так, залетает Кир на вторую. Две пробки подрежет. Ну, все нормально. Здесь нашел прокси Старгейт у нас Дрога. Снизу чертов сталкер достает до пилона, ведь Кыр мог выдвинуться сталкерами, прикрыть сюда, наварпать и еще и подпушить. Но в итоге ничего не получится из этого. Но в любом случае на 4 пробки он в плюсе как бы в данной ситуации. И... Так, может адептов с горы попытаться принять. Обнаружил Кыр адептов. Ну тут 4 сталкера, Дрога минус сталкер. Кыр по ходу дела сейчас будет. Да, один сталкер минус. Может быть даже второго получится блокануть. Смотрите, адепты-то они могут именно как варики помешать. Отступать еще минус сталкер. Неприятная абсолютно ситуация. 2 сталкера наступает минус. Батареек нет. А здесь еще и 2 откуда сталкера. Откуда здесь еще 2-то взялось? Ничего не понял. Так, батарейки Дрога минус. Ну, что он делает? Ему надо просто фокуснуть вот этих сталкеров. И у него все прекрасно, по-моему, будет. Он бьется с адептами. Вы же бред Дрога делает, да? Можно было зафокусить и убить, но он не сделал этого ничего. В итоге Кыр отобьется. Здесь это факт. По рабочему в плюсе. И по всем параметрам он в плюсе. И батарейка сейчас подъезжает. И здесь Оракул еще 3... 2 пробки, простите, не 3, 2 обе пробки. Так, Гавар, сталкер еще идет. Здесь скоро 50 энергии будет. А 50 энергии значит, что эффективно будет. Феникс будет эффективен, он поднимет что-то. Ну поднимаешь же ты что-нибудь, что-то Кыр вообще не хватает контроля сейчас, наверное, насколько вижу. Фениксом сзади полетел, одного живого самого поднял бы и минуснул бы просто. 5 пробок Кыр еще потерял, но бустит рабочих нормально, короче, все, у него экономика все равно сильнее, чем у Дрога осталось. Дрога еще 2 сталкеров привел, еще 2 адепта.
и сам Феникса делает одного. Кстати, Феникс на куда-то там на вторую полетел, а Кэр тут шакаль отлетает. Он по второй сам и хочет урываться, потому что здесь нету батарейки, дрогает. Понимаете, все, надо жечь до последнего сейчас. Так, монитор тебе нужно, чтобы глаза не сломать просто, вот и все. А так-то, конечно, ну, ты же почувствуешь, что у тебя сигнал медленнее доходит, и одну тысячную долю секунды про просто чувствует, понимаешь, как бы, ну, а как еще-то? Если ты про StarCraft, ты видишь, как пули из пистолета летят, просто время замедляешь, как в Fallout, на V жмешь, вот этот режим. Что за бред вообще? Какие герцы? О чем речь? Можно на Мицуме шариковые мышки выиграть всех, просто ты сильнее играешь, но... Герцовка на глаза влияет, вот в чем дело. На зрение там это, да, вообще как бы... Ну и отклик меньше, то есть, как бы, теоретически это может на что-то повлиять, но практически ни на что, я думаю, не повлияет. Потому что она для человека нечувствительна вообще. Короче... Чуть побольше шкыр полемету. Второй полуфинал. В первом полуфинале Блай проиграл геймтайму. Геймтайм прошел в основной турнир. Напомню, это отборочный. Блай ждет матча за третье место проигравшего вот этой пары. Ну и Дрога выиграл первую игру. Второй Кыр ведет, но... Дрога тоже Кыру поубивал достаточно много юнитов. И... Тут, в общем-то, ситуация не такая уж однозначная, потому что... Так, еще и два адепта там интересно. Что опять за хрень его? Два адепта проходят, сталкер как-то там домой поперли. Три пробки минус. Ну, Кыр боевого, конечно, больше намного, чем у Дрога, но... Ну, пять пробок минус. Ну, вообще не надо так делать ни в коем случае. Шесть минус. Просто пришли два адепта и на такой стадии шесть пробок убили. Ну, как это вообще происходит? Ну а как? Адепты они спустят два, адепты пробку залпа. Вот так происходит это, собственно. Так, еще плюс гейт икр добавляет, Дрога тоже добавляет, но у Дрога меньше, у Дрога так, 3, плюс это что, плюс 2, плюс еще 2, 7 гейтов у Дрога, у Кыр 3 уже есть, похоже, а нет, 2 есть, и так, 6 будет гейтов, короче, он варпит просто здесь с 2, и у него нормально все, Дрога пролетает Фениксом, видит ситуацию прекрасно, был бы пси-штурмовик, один F нажал бы, за фетбэчил бы, и убил бы, кстати, Дрога Феникса этого. Нужна призма, нужна имморталы, нужно и выход делать. У Дрога грейды вообще не делаются, у Кыр уже вторая атака. Но если ее ждать, то это на 2 минуты будет ждать. Тоже, как бы, я бы сказал. Тут уже Нексус будет окупаться. Вот он уже готов. Так, надо призму делать просто и все. После има бустить вот этот грейд, все бусты кидать в него. Сейчас, как бы, будет здесь через 2 энергии буст. Кинуть плюс 2 можно будет. Потом на втором Нексусе будет, пока буст крутится здесь. Ну, то есть полтора раза стабильно можно ускорять до конца вообще этого грейда. Кыр делает Нексус. Ну, я не знаю, вообще с плюс 2 выиграть вот эту армию будет Дрога, мне кажется, невозможно практически. Тем более Кыр видит, где позиция Дрога, то есть и все прекрасно понимает. Где его-то Феникс? Бери своего сюда. Ну, тут без Феникса, конечно, Кыр, скорее всего, развалит все, но лучше взять его вперед. Сейчас еще буст есть, можно еще буст плюс 2 кинуть. И тогда грейд этот будет там так 30 секунд осталось, а так будет там 20, допустим, потому что полтора раза быстрее. Ну, пока варка, то оба. Кыр больше полемета, вы видите. Да, буст пошел, я уже отдалю здесь. Кыр сам в атаку идет, похоже. Не-не, он ждет, пока Дрога наломится. Дрога наламывается, можно фидбэчнуть Феникса. Нет, успел Архона слить, фидбэч не стал. Что-то тут Иммортла одного поднимает Дрога, но это ненадолго. Здесь тоже Кыр Иммортла поднимает, в общем-то Феникс висит, и Архоны по нему не попадают, Иммортл в итоге падает. Конечно же, это 1-1, ребята.
еще и призма вперед полетела. Арконов контролит, демеджины забирает. Грога развалился, несмотря на то, что есть здесь и Давар, вроде как рядом прям находится. ВГ, ВГ. Что же ВГ, ВГ? У Дрога новый какой-то. У него пригорела маленькая новая какая-то тема. Не БГ, не что-то там, а ВГ. Интересно, это не скликали случайно? Один на один, ребят. Так, ребят, сейчас, короче, я зайду на хост, игра начнется, FP поставлю вам, я не думаю, что прям моментально игра это кончится, отойду на минуту 2-3, наши чтобы глаза отдохнули, я чувствую усталости, это не очень хорошо. Ну, у нас, собственно говоря, еще одна игра здесь и минимум две матча за третье место, и там Блай будет биться, напомню. Так, а здесь, кстати, у меня неправильно абсолютно игра называется. Вы мне что-то не говорите, ничего. Что-то пока не создали никто карту, не знаю почему. А вот Дрога хост создал, все, сейчас будем запрыгивать туда. Так, прыгаю в игру. Так, 1-1, ребята. Текст чуть-чуть подправим. Третья карта.
Ладно, уже не буду отходить, а то уже игра почти 2 минуты идет. Я забыл, что вообще отойти хочу. Сейчас пока Блай будет черкать, проигравшим этой парой, я проветрюсь и глаза отдохнут немножечко у меня. Вот. А то здесь все-таки нужны PvP-комменты все-таки. Кстати, рекламы 30 минут не было, поэтому пиляю рекламен. Так, два сталкера делаются. Друга приходит и там, друга приходит пилон, ставит кыр на второй, кыр ставит друга на второй. Кстати, у друга пилон стоит. Ну не, здесь есть как раз место. Нексус вот так вот прям в пилоном вплотную будет поставлен. Ну, придется отменять пилон, на один и второй отменяет. Но пока что друга-то Нексус не собирается ставить, у друга плюс два сталкера, 4 будет. И Старгейт, а здесь Нексус, здесь Нексус. Ну где он только, этот Нексус, чертов? А, еще сталкеры, кстати, смотрите-ка. Кыр тут прокси-пилон собирается поставить, я насколько вижу, и собирается подпушить по ходу дрога. Но дрога сталкером сейчас как раз может пробку найти, но не нашел. Прям рядом он стоит, прям рядом. Кыр сам проверял все прокси, прокси нет. Опа, пробочку сталкер замечает, надо сваливать отсюда вон. Куда ты едешь-то? Едь ты прямо, а? Ну что за, блин, контроль? Вот. Сейчас дрога кыра словит. Оп, минус сталкер раз. За залп просто. Минус сталкер два. За еще два залпа. Ну это провал, то есть кыр сам хотел пушить, в итоге два сталкера потерял. И это не просто провал, это катастрофа. Здесь 6 сталкеров, здесь только 4 плюс 2 еще ворпанул, 6. Кстати, дрога сам затупорезил, короче, пошел сталкер, слил. Вот теперь только от обороны можно действовать. Ну, может сюда 2 адепта сейчас просто ворпануть. И пока Кыр там контролит, прийти ими сюда влететь и пробок столько нафокусить, что будет Кыра печальнейшая ситуация. Так, дрога на ХГ стоит. Знаете, Кыр заходит 6 сталкерами, дрога 2 сталкера, хрен пойми где находится. Но есть фениксы, феникс поднимает одного сталкера. Ну Кыр, смотрите, как нафокусил здесь. Хорошо, блин, Кыр все делает. Феникс не может сталкера убить, потому что он висит, но демедж что он не получает. И второй феникс вылетает, в общем-то, проваливается весь куш от этого, как Кыр. 2 сталкера приходят не совсем в тайминг, еще плюс 2 варпятся, конечно, но они очень долго варпятся. Тут смело можно ГГ, я думаю, писать в этой ситуации. Тем более диспилон будет потерян. Ну, в общем, после потери 2 сталкеров Кыр перенервничал. Здесь одного друга убил, но поломился в ответ, как бы сломя голову и... Все плохо, все плохо. Сейчас можно у дрога 3 феникса, то есть можно что здесь? Можно сталкеров подварпать, выйти этими вперед, фениксами поднимать, как бы, и побеждать просто, и все. Ну, он так и собирается сделать. Я не знаю, нахрена вообще. Вот зачем, если ты выход делаешь, нахера ты... Ну, вот это глупости дрога делать. С чем энергию-то просрал? В итоге нечем, нет энергии, чтобы здесь сталкеров поднять. То есть можно было победить просто здесь и сейчас. В итоге просто нет энергии на поднятие. Батарейку дрога пытается развалить. Батарейка падает. Да, одного сталкера поднимается. И здесь покусит флокерами через шифтец. Ну, что тут? Через шифтец хорошо покуситься все, по-моему. Ну вот здесь вот, а прикиньте, было бы у 3 фениксов энергия. То есть можно было 3 поднять сталкера, выключить их из боя, либо 2 поднять, один бы феникс атаковал просто, а в это время через шибу дрога также все убивал. Ну, по-моему, это и так достаточно вот того, что здесь дрога наубивал, чтобы ему еще больше закрепить свое преимущество. Минус батарейку за залп, здесь сталкера отдал нелепо. Ну, сейчас адепты заходят. Так, можно сентри минус 0, да, фениксами просто спокойно.
что и делает друга. 4 феникса есть, плюс 3 сталкера. Зачем отступать? Не по... Может пару тюков порпануть, просто прийти и добить. Друга зачем-то уходит. Не, ну, не читает он ситуацию верно. Ну, все равно 57-40. Я не знаю, что тут можно в такой ситуации сделать. У нас пробка куда-то поехала. Ну, с пробкой, естественно. Блинкушить Кир собирался, но тут никакие блинкуши не зайдут уже. Ну что, Блай против Кир, самый, ну, такой, в общем, читаемый будет матч за третье место. Пора с рабочих. Кир там пытает. Ну где, блин? Вот он, блин. Вот он, Прокси Гейт. Друга Иммортал заказывает. Пока гейты не открыты, есть небольшой шанс, конечно, здесь пушить. Потому что есть блин. Ну надо вот сейчас такие выходы делаются просто максимально, блин, просто быстро. То есть вот сейчас сталкеры должны на блинке вперед идти. Кир что-то, блин, медленно идет как-то. Сейчас выдвинется друга, наверное, убивать эти гейты. Адеф пошел или нет? Кстати, у друга здесь топилоны можно блинкнуться, просто фокуснуть Иммортала, как бы, и фокуснуть все и остальное там можно вполне легко будет. Слушайте, опасная атака, ведь одинаковый почти боевой лимит-то. Кир заходит, ё-моё, что-то. Даже без блинка Кир заходит, Иммортала на муви забрал, какой фейл вообще, жесть. Блинк-контроль начинает... Ё-моё, какой друг фейл здесь сделал? Ну, батарейки две даже решают, просто невероятно. Фениксы возвращаются назад, и успеют они тут что-нибудь зарешать, в общем, фениксы. Нахрена Кир делает агрессивные блинки вперед, я не знаю даже. Здесь не просто фениксы, а фениксы и оракул, кстати говоря. Сталкеры доварпиваются еще 3 штуки. Гейт надо забирать, да нет, тут надо было как-то агрессивнее Киру действовать, после того, как он има забрал, по ходу дела. А блинками назад против Иммортала не победить, то есть надо было има фокусить пытаться. Сейчас Кир фокуснул, конечно, има, но... А дальше-то сможет он драться адекватно? Ну, пытается, конечно. Проблема в том, что сейчас сталкеры за залп слишком много дэмэджа в сталкеров вносят. Сталкеры по сталкерам и... Ну, блинкаешься ты. Ну, тут залп не у сталкера, а вообще печаль. Гэгэкер пишет, понимает, что не задавить. Ну, вот единственный шанс, первый врыв был. Первый врыв, все, единственный шанс. Надо, видимо, было как-то, я не знаю. Ну, има фокуснул, и надо было пытаться отключить батарейки. И продавить. Ребят, отойду, глаза отдохнут. Подустал. Сейчас ждем матч за третье место.
Так, ну все, ребят, здесь. Ну что, синхронизировались. Переименовываю все, но Блая надо побеждать, Квир. Обязательно, потому что иначе он не пройдет в основном турнир, соответственно. Поехали. Сейчас быстренько звякну домой, ребята, и вернусь к вам. Ну что, ребят, БО3, Блайкер, победитель получает все, а именно квоту на основной турнир. Прошли Дрога и прошел геймтайм неожиданно Блая убивший. Ну и будет обидно тому, кто четвертый, конечно, место займет, что играл турик, прошел не прошел в основном турнир. Но, на самом деле, турнир не супер какой-то там жесткий, как бы, да. Призовые 300 баксов. Ну, почему-то не поиграть его, Кыр играет Nexus 1. Ну, решил подхалявить против Блая. У Блая 17 хата Газпул, как вы видите. Так, после этого турика, наверное, сейчас БО3, я думаю, долго не пойдет. Побегаю немножко в Fallout. Еще даже 12 нет, как бы пару часиков, тройку. Вот. Потом пойду спать, как бы завтра в 15:00 начинать надо будет. Завтра тоже достаточно долгий стрим будет, я так понимаю. Хотя вечером, там в 20:00 Корсар Кап, ну да. Получается, что в 15:00 турнир, потом в 20:00. 15:00 турнир от Вардио. Вот, ну там каждый с каждым часа 4 он должен пойти, может даже побольше. Ну, не знаю, там будет, если время сколько. Если будет мало время между туриками, то Старик поиграю в ФПХу. Если будет много времени, то Fallout поиграю, может. Роба ранее укр и Твайлайт здесь рядом. Блая собачками забежал, пытается подгрызть. А, он уже одну пробку, кстати, сгрыз. И вторую умудрился сгрызть от Блай. Еще и тут покатались. Ё-моё, все стоит, надо направлять. Напряг жесткий. Ну, сейчас Блай, блин, овера сольет. Вот так вот будет стоять. Ну, заметил, слава богу, что сталкер здесь рядом бегает. Улетел все-таки. Собаки уже на муве, но здесь не получится еще пробочек нарезать. И еще 6 бегу, да? Да, кстати. Это не просто 6, это 8. Это 16. Еще строится и дроп-овер. Оу, так это улына. Не улына, а очень агрессивная игра со стороны Блая. Пробка приходит.
Кирви Гетовера, кстати говоря. Ну, я не знаю, насколько он был внимательным, заметил ли он его или нет. Но если заметил, то он должен сталкера сюда вести обязательно. Вот начинаются дропы с двух сторон. Собаки на мейн, собаки на вторую базу. С пилона видно, овера сейчас становится. Даркшайна еще нет, а здесь видно овера. Так, а здесь ни хрена не видно. И Блайрампу пытается сгрызть. Зилот падает. О, да нет, печально для кто-то. Здесь минус все, по-моему, будет. Еты сейчас будет отключен с пилончик. Кстати, батарейка сейчас пилон будет перезаряжать. Ну, собак много жрет, она не успевает даже перезаряжать. Что самое интересное. На второй базе все падает, рампа падает. Варп не готов, варп! Вы видели, сколько... Меньше секунды до готовности варпа осталось, и Блай победил. А только сейчас заметил, думаю, сейчас наварпит нарков на мэне и отобьется. Как, куда он наварпит? Варпа-то нет. Вот такие вот бывают игры. Обидные. Изич от Блая быстро минуснул. Прыгаю в игру. Ну что, Блай близок к тому, что пройти, это будет неплохо, потому что можно будет его игры понаблюдать вообще далее. Завтра, может быть, послезавтра. Привет, полупопеший. Знал я, что ко мне из наушников летят фаноны, частицы, с которых состоит звук. Так. А звук это не волна разве? Не знаю, что там за частица. Может, какие-то исследования там делали. Но лучше пусть фаноны летят, чем удар с колхоза в ухо с кулака. Боковой. Вот. Пилон гейт, газ, нексус, кибернетчика. У Кырва этот раз билд. У Блая 17-я хата, газпул. Не победа Блая, проигрыш. Ну, такая... Нет, здесь победа Блая. Потому что Кыр проиграл, и без шансов там было. И на самом деле тяжело отбиваемый такой врыв. Блай очень четко исполнил все в этот раз. Ну, конечно же, ожидать надо было, наверное, все это дело. Так. Ну, пилон, гейт, газ, никс, кибернетка. Все в рампе с жирными зданиями. Кибернетка и второй гейт, видимо, там будет ублая хата достраивается, пул достраивается, газа почти сотка, мув будет заказан. Может быть, Блай опять попытается, например, съесть Кыра, не знаю вообще.
Так, тут лайвовера хитро водит, чтобы Крыло не сбил сразу. Не, ну сталкер минуснет, скорее всего, это овер, потому что наверх там подсветка есть. Собаки зато пробежали, а овер разворачивается и улетает в другую сторону. Сейчас была еще овером уйдет, ё-мо. Собаки начинают грызть. Пробку можно было за, еще бы один раз путь сделали, и минус было бы. Опять два овера, смотрите, от Блая. Опять врыв, опять собаки. Ну, Блай решил сегодня не мучить себя и всех, как бы, быстренько 2-0 минуснуть кыр. И просто пройти, короче, на этот турнир. Но овер-то дэмэджа на нем чуть больше, чем пол хп. Во-первых. Во-вторых, чарж делается. В-третьих, не знаю, насколько кыр готов, правда, чтобы встретить. Здесь батарейка в рампе, здесь зилот сталкер. Как бы опасно здесь, вот что я вам скажу. Пилон, кстати, не подсвечивает сюда. Собаки начинают дропаться. Сталкеры кыр добавляются. Здесь может Блай вообще ни хрена не пробить. Саба... О-о-о, какой зелок. Здесь батареечка, дружочек, Блай. Блай пытается всеми рампу тут грызться, всеми собачками. Чтоб зелка не лечили. Ну, тут стенку уже, по-моему, здесь Блая не получается пробить. Чалик, сейчас ты дверь открою, погоди. Ну, собаки на мэйне грызут. Короче, везде грызут. Варп готов в этот раз. Все, варп готов. Слушайте, Блая надо рабочих строить. А Блай... Вот сейчас вот, если бы не 28 собак было, а рабочих на вот эти все личинки Блай бы заказал, он бы был абсолютно на плюсе, потому что... Чего ты тебе открыл? Иди, если хочешь. Потому что там не нагнать было. Сделки с чаржем, то есть они с двух ударов собак уже убивают. С чаржа 8 дэмэджа плюс 2 удара. В рампу вгрызается Блайк, а он жрет. Гейт. Батарейку надо хавать, смотрите. Батарейку Блайк, кстати, схавает, и здесь стенку не поставить теперь будет. Собаки вгрызаются, но зелки-то на чаже, я уже говорю, о-о-о, 1-1. 1-1. Ну, я бы сказал, что Блай здесь провально отыграл в каком плане. То есть ему надо вот в таких ситуациях, я уже не раз объяснял, не только в таких, как какая-то агрессия идет любыми юнитами за любую расу. Надо вовремя понять, когда вовремя остановиться, точнее. Вот, и... Сейчас Блай не понял, как ему остановиться. Либо он, ему пофиг уже было, как бы он до конца полез. Это 1-1, стопудовое. Тут я не знаю, что можно сделать. Сейчас там ни Беллинг Неста, ни Роуч Ворон, ничего нету. Только сейчас Роуч Ворон добавляется. Сейчас Кырстенку блоканет просто. И идти, иди, убивай. Просто смотрите, сколько. 8 зилов, 3 сталкера. Хороший боевой лимит. О, еще овер тут летит. Моментально будет минус. Зилки варкаться. 5 плюс новых гейтов. 5, да больше и не надо здесь. Экономика нормально. Плюс Даркшайн, плюс это, то есть дарки, архоны. Куда там тут третий бежит? Долго что-то кыр соображает. Здесь 4 зилка там за собаками послал. Да и нафиг, короче, надо идти. Минусовать на третьей базе вообще ничего нету было. Давар сразу 5 зилок идет. Третья хата падает, Блай тут умудряется до сих пор, короче, кыра напрягать, соответственно, этими передропами. Кстати, сейчас Роуч прям на муве могут отдаться. 4 зилы-то как раз на них прыгнули, этого достаточно вполне, чтобы их разобрать. Еще один овер очередной минус, саплай в лоб у Блая. Зилки прыгают, вот эти вообще не туда, вообще не в ту кассу, они заносят здесь. Ну и так этого достаточно. Здесь минус, тут минус. Там уже с личинками зилки бьются. Дарк с курку минусует. 1-1. Пытается здесь биться. Ну, Тархонов, смотрите, теперь может из дарков, которые Блай пытается закусить. Более чем достаточно юнитов.
ГГ, 1-1. Так, инвайт пошел. Ну что, 1-1, мы можем лишиться Блая в основном турнире. Один на один, ребят. Третья решающая. Погнали. Лонги, Газ, Некус, Кибернетчик, КР, ребят, третья решающая, путь на Эйру у нас карта. Блай, 17-я хата, Газпул, видимо, играет, может, безгазовая, да нет, навряд ли кто-то без газу будет, может, три хаты пул, да нет, навряд ли будет Блай три хаты пул играть. Кстати, так, погодите, у Блая реплей глючит, что ли? А, не, нифига, третья она, КР, она, о, ничего себе, слушайте, Блай-то неплох. Мало того, что он вторую здесь ставит, она ранняя будет, а здесь только третья. Так у него еще и... А, ну все понятно. Иди. Газ. Ну так какой поздний пул? Сейчас Зилот придет, кабину там поломает всему, чему только можно, блин. Ну ему придет хат сначала убивать. Убивший. Иди спать, блин. Отбился Кэр. Хотел Блая зафотонить, но нет. Какая-то плохая идея была, по-моему, зафотонить Блая. А ведь можно сныкать пробку и сейчас старой волной зафотонить. А, передумал вообще. Фаржу отменил. Ну, в таких нестандартных играх Блай силен на самом деле. Слушайте, и скорости у Блая нет до сих пор. Тут я смотрю. Ну, потому что он газ не добывал, походу.
Твоя страта, Ревчик говорит, его страта. В чем заключается она? Кыр не умеет против нее играть, видимо, особо. Ну, понятно, заключается, что Нексус не заказал. Ну, и как-то у Кыра все сбито, все тайминги сейчас. Ну, это чаш, то есть он улынить, походу, собрался после страты. Была пилона, кстати, проверяет. Он как будто знает, что Кыр сейчас в улын пойдет. Слушайте, ну если сейчас же улынить, то давным-давно уже с газа было пробок снимать. Это плюс 6 пробок здесь, добыча бы было бы сильнее. Ну, Блайлэйр Роуч Ворон, по-моему, Блайл готов вот к такому развитию событий прекрасно. Можно чаш плюс иммортала сделать. Так, так, шайм. Ну, я вот не вижу смысла чаржи такие ранние делать при таких билдах. С другой стороны, зилы-то сильнее с собаками дерутся. Плюс один за 100-100. Грейд, который делает там сотку секунд, он за... не плюс один, чарж за 100-100, он заменяет плюс один, получается. Зилки с двух ударов собак убивают. Прыгая вперед. Конечно, плюс один, они еще жестче бьются, естественно. Они и без чаржа с двух ударов будут убивать, а так только первый врыв они убивают, соответственно, собаку с двух. Плюс еще зилота. Призма будет. Да, призма заказана. Даршайн. Зилки побежали в обход сейчас. Ну, была 11 роучей. Это похоже вообще на какую-то агрессию стороны Блая. 14 роучей. Ну, оверсира нет. Так, оверсира нет. Скорость не заказана. Кстати, и нету. Спорки пошли. Блая что-то чует, как будто. А, ну он Твайлайт видел, он понимает, что может быть и Даркшайн вообще. Бред, Саня Леон. Стрэнджа на Весге убил. Ну да, согласен. Но хата готова, а Нексус еще только... Ну, то есть прикол в том, что именно третьей базой здесь ставится хата. То есть это очень важно. Но надо правильно вывести дрона, соответственно. Если все получается, то вообще прекрасно для Зерга. Да вообще надо... Вот каким билдам, я хочу сказать от себя, что к ним надо быть готовым просто. Если ты мало против них играл, опыта нет, то... Очень тяжело против них биться. Вообще, я с Блаем, что я с Блаем не играл никогда. То есть, подобными билдами. То есть, если ты не знаешь, что с этой хатой делать, там будет провал вообще. У тебя все не по плану пойдет. Дарк... Ой, это Архона Харас попер. Минус оверсир. Ну, вот единственное, что... мне кажется, что... Вот эти масс-роучи, это правильное ли решение здесь? Может быть, как бы... лучше было бы сейчас в современной-то вот этом патче, как бы в современной мете, что называется, в гидру выйти Блаю сразу. А, он гидру позже добавляет. Ну, гидро роучи для надежности, гидра позже. Другой стороны, да, если гидру сразу выходить, вдруг он там чашу врыв, можно просрать просто нелепо как-нибудь. Костюм, это не костюм. Это серебряная Adidas кофта и пидерка за 90 рублей из... Не, не из ленты, из другого, из Империала. У нас тут другая сеть местная магаза. Думал новогодние стримы делать, но там что-то все поменяли нахрен, короче. Тем более вкладка отдельная, и нафиг я ничего там изворачиваться не буду. Естественно, буду просто угорать. Хотел вообще как бы... костюм найти на 30-е на ГГ года, какой-нибудь там нормальный с бородой. Но думаешь, не буду запариваться так сильно. Опа, Блай бегает. Это что, фаербол один чик, минус опс. Так, я и не болею. Опа, прикольно, он такой волной умирает. Несколько роучи на вторую забегают, ребят. Зилот за два залпа погибнет. Стенку не закрыли, два других зилка. Блай их тоже минуснет сейчас. Жроучи дамажит больно. Врыв в минеральную линию. И Мортла-то развернет, может быть, Кыр, чтобы отбиваться. Кстати, у Кыра неплохой микс, я бы сказал. У него 4 ма уже. Дарки, то есть, если Блай здесь будет тупорезить с этими роучами одним... Почему он их не применил, я не понимаю?
Потому что, видимо, вот он во что выходит и хочет, типа, надежно сыграть. Ну, экономика лучше, все лучше. Блин, ну опасно, опасно против Ну, это типичный бла, я не знаю. Ну, вот, вот, заказ. Что мешало раньше-то это сделать? Можно же плюс 2 выходить быстро. Кайлюра с плюс 2 это страшная сила. Она и так-то все минусует. Хотя, с другой стороны, с одной стороны, страшная сила, если на нее заходит. А с другой, если проц нормальный Люру не подпускает, то там неважно, хоть она 3-3 будет грейдами, она биться не будет. Но другие юниты будут сильнее. Роучи, Реведжеры будут сильнее. Гидра тупо будет сильнее. Какой-то Блай там бегает, не понять куда сейчас. 171, 111. Я не знаю, с таким лимитом еще можно и проигрывать-то или нет. Вообще всякое бывает, но вроде как нормально все убивает. Надо просто вперед пойти. Не знаю, что он бегает-то здесь вперед. Десять люркеров убла. Вот что мешало прийти сюда, здесь сделать, прийти, нажать к этим кнопкам их копать. Вкопать и все, минус, короче. Пидорка, а что вы не знаете? Эту баянистую хрень, не помню откуда, про пидорку. Про число пи, про то, почему она так названа. И т.д. Там какая-то формула. Вообще смешно, да? Достаточно. Так, микс-то здесь опасность, шторм добавляется. Вот, есть дофига люры, есть 200, Блай стоит, привет, Рэмс. Вот чё Блай стоит здесь? Я хз вообще, чё он стоит, чё он ждет, непонятно. Ребят, после сейчас кончится эта игра, я стоп-старт, ну без задержки, поиграю в Fallout еще пару-тройку часиков, как бы побегаю, что-то мне не успокоится, хочется побегать. Хоть я и устал, надо, конечно, домой, наверное, идти, но хочется побегать маленько. Сегодня 3 часа все поиграл в него. Надо побольше в день уделять времени, чтобы быстрее там. Ну, что Блай делает? Главное, бежит. Прям. Зачем он всеми сюда бежит? Зачем ты всей армией, Блай, бежишь сюда? Что, Блай, там F1 болезнь, F2, что ли, я не понимаю. Куда он бежит-то? Здорово всем, ребят, еще раз, с наступающим. Ну, с наступающим еще много раз успею сказать, потому что до Нового года планируется каждый день долгие стримы. 31-го, только не знаю, пока есть у меня пара идей, не знаю, получится ли их осуществить, именно, чтобы вообще интересно сделать, как бы. Вот. Уж идея у меня, может быть, поговорить с Пептаром, попробовать провести, если там техническая возможность есть, это турик, где за донат юниты покупаются веселые. Первым, мне кажется, зайдет вообще неплохо. Ну или что-нибудь просто побегать, не знаю, постримить. Так, атака Адлая сверху гидра. Вот это можно сделать было минут много назад, уже минут 5, короче, прийти. Просто как только люру владел и убить оппонента своего. Просто дома пару люркеров на оборону оставить, если сомневался вообще в том, что сможет отбиться, нет. Смотрите здесь, какая машина. Ё-моё, ребята. Обсервер. А есть еще один опс. Если бы Лайф укуснул вот этого обсервера, кстати, было бы вообще все прекрасно. Отбивается оппонент Блая, но теряя экономику всю практически на второй базе, на мейне. А, это 2/3 экономики. Ну, слушай, 20 пробок, о чем я говорю. 26 гидральских Блая до заказ, это победа, но победить можно было одной атакой, просто так, чтобы без шансов было. Финала не будет, это отборочные к основному турниру Лилуш, поэтому такие дела. А основной турнир будет завтра. Основной турнир будет завтра начинаться, я, конечно, его постримлю. Растянутая армия протосов вперед выдвигается в последнюю атаку. 2 архона, 4 мортлопсы, штурмовики где-то сзади, надо их бы в призму посадить. Здесь забегание от Блайку-то гидрой. Что это, люра будет морфиться или просто ворвется Блай? Просто ворвется Блай за минеральную линию, похоже. Так, не делит свои идеи. Слушай, я не знаю, что там, как, может, он скажет мне тоже. Просто я его как-то спрашивал, когда видел, когда ты там с кем-то играл. И ГГ, короче, пишет.
победа Блая, очевидно. Блая увидим в основном турике, слава богу. Я его спрашивал в прошлый раз, ну, как бы, что, говорю, прикольная тема, можно что-нибудь постримить будет. Он как бы был не против, не знаю, что он сейчас по этому поводу скажет. Там же, наверное, от патча зависит тоже, то есть, как это все делать. Просто там очень сложно или нет, я не знаю, если честно, ну. Короче, посмотрим. Загадывать не буду, я вообще хз. Что там как. Тогда был не против Пептарыч, сейчас, может, и против будет. Так. Так. Все, ребят, стоп-старт делаю, без задержки возвращаюсь.